Но вы говорили, что отражается в зеркале, то это уходит. Так можно вешать деньги или нет? Нет. Если вы повесите деньги и скажете, это деньги, которые я бы хотел в своей жизни, то вы включаете, наоборот, удаление из вашей жизни денег. А вообще хотела бы несколько слов сказать по феншую. В институте Окинавы или в Токио, и там есть знаменитый институт феншуй, где люди обучаются знанию, каким образом располагать, там, как работают стороны света и так далее. Это связано с астрологией, с особой картой такой и особым, я не помню, там, диаграммами, которые некой картой всех направлений. Не помню правильно, как это называется. И там умение работы вот с такой картой позволяет человеку создать направление или потоки различных энергий. Так вот, обучение там происходит от 6 до 18 лет. А у меня такой вопрос. Кто эти люди, которые рассказывают о феншуе, они проходили такое образование? Если нет, то тогда, может, стоит. А вот людей, которые придумали, что они знают феншуй, их достаточно много. Эх, критикую людей. Пусть занимается кто чем хочет. Не совершайте таких ошибок, потому что там у одной я смотрел, представляете себя в зеркале, стройной, худой, молодой, красивой, и будете всегда красивой. Уже одна представлялась. Она же очень сильно представляла себя молодой. Я как посмотрел, сколько у нее возраст, она же очень молодая, выглядит как старая бабушка. Не надо себя никак в зеркале представлять. Хотите, вы толстая, страшная женщина, представляйте себя в зеркале толстой, страшной. Тогда будете худой, потому что все, что представляется в зеркале, все будет наоборот.